Канал Кик ТВ. Сегодня я буду набивать королевский сундук. Видите, осталось всего 3 короны. И он будет открыт. И я открою вместе с вами. Еще, возможно, за 9 кристаллов открою вот этот. Ну, пока буду запилить, он уже, наверное, 8 станет кристаллов. Ну ладно, давайте уже набивать кубки. Как видите, я гиганта заменил на пеку. Но у меня всего лишь первый уровень, мне бы хоть второго. По-моему, вообще слабак. Вражеский бьют так сильно. Я думаю, то, что у меня тоже так ударит, и все. А у него еще 510 урона. Против нас 8 уровень. Так, давайте хижину гоблинов поставим. Так, он ставит валькирию. Ну ничего. Так, адская башня. Надо убить валькирию. И ледяного мага. Давайте сейчас гоблинскую бочку кинем. Так, и он дефается скелетами. Сейчас, если он кого-то еще пустит, я кину бревно. Ну ладно. Ой-ой. На это упустил. Ну ладно. Кого ты бьешь? Давай. А, в принципе, шарик уже все. Давайте пойдем супер атакой. Не знаю, сейчас это или это пустить. Давайте пеку пустим. Так, его просто вынесли. Да хоть убей этого мага. Ну ладно, он показался не очень. Давайте поставим адскую башню и быстрее, быстрее, быстрее. Бревно, бревно, катись. Так, все нормально. Бьем мага. И попробуем, наверное, кинуть гоблинскую бочку. Сейчас эликсир подкопим. Так, он кинул ракету. Ну ладно, а мы кинем бочку. Да. Так, так, напряженно очень. Так, мы вынесли башню, остается 17 секунд, все, не успел. Все, мы выиграем. Плюс одна корона. И победа. Так, остается 2 короны. Бой. И 7 уровень. Так. Давайте поставим хижину гоблина. Так, ставим сколько эликсира. И я поставлю гоблинскую бочку. Я не хочу уметь это не делать. Ух, я мало урона, конечно, у нас. Сейчас давайте кинем бревно. Надеюсь, он кого-то кинет. Ну, по-любому еще кого-нибудь кинет. Ну да. Колдуна. Вот это вот адску. Гик, отвлекись. О, блин. Ладно, он сейчас убьет. Мы получаем просто колоссальный урон. Я ступил. Все, минус башка. Так, давайте сейчас
Будем начинать делать супертактику. Вы поймете, какая. Не ту, которую я обычно делаю. Сейчас все увидите. Все, он просто нам сносит все это. Все, на три короны сносит. Ну ничего, плюс одна корона. Нам остается еще одна корона, чтобы набить королевский сундук. Бой. Дайте этого потише. Давайте, у нас 9 уровень. Может, он просто хочет слить. Не знаю. Никто не хочет сливать. Так, надо убить его Хога. Ну давай, быстрее. Чёрт. Блин, нет, Хога ебист. Ну что, сейчас пойдем опять супер тактикой. И они просто дамажат. Хорошо, блин, накинула. Он по-любому раньше построил. Так, надо... Мага, 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 быстрей, быстрей, быстрей. Эти скелетики дурацкие. Все испортили. Да шахтер, он 3 элика стоит, такой мощный. Почему? На слабаком, по идее, должен быть. Давай. Давайте попробуем им хоть в ничью сыграть. Может, хоть в ничью получится. Уже будет хорошо. Главное не продуть. Я не хочу, чтобы мне отнимали трофеи. Да, не надо. Не-не-не-не-не. Королевский гигант. Испортил. Ну ладно, я чувствую, ни одну корону не соберем. Уйди. Давайте хоть одну попробуем. Да уйди ты, я не вижу экран. Да уйди. На, поступай. Нет, успей, успей. Ес, ну хоть корону получу. Конечно, 9-го на этой арене сидит. Кому не стыдно. Так, грузить. И открываем королевский сундук. Денежки. Кристаллы. Печки, они мне не нужны. 3 фаербола тоже мне не нужны. Адамьян, который тоже... И торнадо! Классно. Может, я его использовать буду, мне эта карта. Когда противники с этой картой, она меня бесила. Значит, она хорошая. Ага. И давайте все-таки ускорим. Я хочу на этом видео открыть. Так, и 7 мортир, которые мне не нужны. И 1 мушкетер, который мне тоже не нужен. Ну, в принципе, все. Я буду заканчивать. Всем до встречи. Всем пока.